Почему собака тычет носом человека? Вы удивитесь. К большому сожалению, собаки разговаривать не умеют. Поэтому выражают свои чувства и эмоции языком жестов. Тыкать носом могут как домашние псы, так и совершенно незнакомые. Однако причины у них будут совершенно разные. Эксперты в области психологии называют следующее. Первое. Хочу кушать. Часто это милое движение говорит о том, что собака проголодалась. Особенно в том случае, если это действие происходит поблизости от еды. Иногда собака может даже специально подгонять своим носом вас на кухню, чтобы вы наконец-то поняли, что питомца пора кормить. Второе. Соскучился по нежности. Пес прекрасно знает о том, что вам трудно устоять перед его знаками внимания. Поэтому если пес начинает тыкать носом в вашу руку, то он просто соскучился по ласке. Погладьте своего любимца и почешите за ухом. Третье. Что-то случилось. Существует немало историй о том, как собаки спасают жизни малышей или пожилых родственников. Сначала они тыкают носом с очень серьезным видом. Если вы продолжаете игнорировать пса, то он может начать лаять. Четвертое. Хочет внимания. У собаки кроме вас никого нет. Если вы постоянно сидите за компьютером и игнорируете своего питомца, то ему становится очень скучно. Не забывайте уделять внимание своему песику. Пятое. Инстинкт. Если вы находитесь на природе всем семейством, то у пса просыпаются древние инстинкты. Он как самый настоящий пастух Будет пытаться собрать всех в одном месте, чтобы никто не потерялся. Отставших от группы собака будет тыкать носом. Шестое. Подружимся. Когда незнакомый пес на улице подходит к вам и тыкает носом, то скорее всего он хочет обрести для себя семью. Не игнорируйте, общительное животное. Возьмите его к себе домой. Кому было полезно, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Мне будет приятно.